Любители скорости собрались вместе, чтобы похвастаться машинами, показать водительское мастерство. Впечатляющий, ультрабыстрый и мощный проект «Формула-29» прошел на аэродроме «Лахта» в поселке Катунино. Официальные гонки по парному заезду на ускорение прошли под Архангельском. Более 60 участников со всей области боролись в 5 классах авто. Были гонщики и из Северодвинска. Помимо драг-рейсинга, в программе фестиваля тест-драйвы от автосалонов, показательные выступления мастеров автоспорта, пробные поездки на квадроциклах и выставка ретро-автомобилей и мотоциклов. Победители в каждом классе авто наградили кубками и сертификатом на 10 000 рублей. А для всех участников ценные подарки от партнеров проекта.